Добро пожаловать, боец из города Пятигорск, Ренат Токарев! Краснуга! Приглашайте его соперник, боец клуба «Ахмат» Ислам Насырханов! Чеченская республика! Представляю вам бойцов третьего боя. Два раунда по правилам ММА. Боец в синем углу. Ему 13 лет. Рост 150 сантиметров. Вес 41 килограмм ровно. Победитель первенства России по боевому самбо. Боец клуба «Беркут» Ренат Токарев. Боец в красном углу. Ему 13 лет, рост 156 сантиметров, вес 40 килограмм ровно. Призер Кубка мира по боевому самбо из Чеченской республики. Боец клуба «Ахмат» Ислам Насырханов. Итак, дорогие друзья, бой был остановлен на второй минуте 25 секунде первого раунда. И в этом бою удушающим приемом победу одержал боец клуба «Ахмат» Ислам Насырханов!